24 февраля у нас. Пришли на дачу, правда не на нашу. Сейчас посмотрим, что тут выросло. Ирисы тоже зашли с тюльпанчиками. Подснежники. Тюльпаны какие высокие, красавчики. Да, тут что-то растет. Что-то растет. Так, вот это вот точно знаю, куст черной смородины. Такой интересный сорт. Она круглая, выглядит как ежевика. По-моему, ежевика называется. Ягода эта синяя. Так, а что тут? Не поняла. Ирисы. Ирисы. Так, это знаю, смородина. Тоже же пустила почки. Смородине. Чеснок. Лучок. Ух ты. Сколько лука много. Щавель. Даже щавель уже свежий есть. Обалдеть. Крокусы. Так, тут что-то подмерзло. А, это эти флоксы, флоксики. Какой большой уже флокс, ничего себе. Розочка. Там соседи что-то делают, работают. Так, а это ветром тут сдуло кошек. Кошку сдуло ветром. Красотка. Ой, какой чеснок высокий. Лучок. Чесночок. Здравствуйте. Так, это все подстрижено. Малина. О, малина уже даже тоже распустилась. Еще здесь тоже чеснок. Сколько чеснока. Классно, классно, классно. Так, здесь у них стояло это. Скажите мне, как ее называют? Теплица. Теплицу они убрали. Наверное, что-то решили садить здесь новенькое. А, они будут делать навес. Просто навес под помидоры. Да. Вот, что-то с теплицей пошло не так. Так, вот это ежевика. Вот это вот ежевика Heidelbeeren. И вот этот смородина такая тоже. Так, что у нас в тепличке растет? Укропчик. Петрушечка. Нет, укропа нет еще. Чеснок. Так, клубника. Тут тоже вот чеснок вылез. Окей. Ой, сколько чеснока у мамы. Ой-ой-ой. Так. А здесь они садят всегда этот. Кстати, тоже вон чеснок повылазил. А между грядками, да, они садят всегда чеснок, потому что здесь растут огурцы и помидоры. Вот такой навес, видите? И вот они, видать, там хотят тоже такой навес сделать. Тут вот у них смысл. На улице растет. Там уже фермерские поля. И вот гидростанция, как она называется, ее закрыли, теперь разбирают, перекрыли. Атомная станция, да. Вот такая дачка на 24 февраля 24 года выглядит так. У нас очень тепло, ветер холодный. Все, друзья, всем пока и до новых встреч.